футболист когда-то начинал в Химках, потом попал к нам в Динамо Московское. Это был ужасный сезон при Юрии Павловиче Семине. Он сыграл тогда матчи 7, этот Ещенко. И я каждый раз просто охуевал, где они его откопали. Но он, насколько я знаю, у него был очень мощный агент, который везде продвигал, что это очень перспективный молодой футболист. Пристроил его в Хохлятское Динамо, потом к нам. И он, этот Ещенко, он выглядел просто отвратительно. Если кто-то может найти с архива игр.